на то, что будут убиты, еще будут обоссанные лежаки. Просроченные пайки, блядь, 15-го года. Вы понимаете, насколько, что они им дают? И сколько дали? Сотку. С мелочи. Понятно, что-то слабовато. Что-то пиздец, как слабовато. Все как увидели, только пришло. Что вы нам обещали, что вы нам дали? Тут он кричат вперед, вперед, блядь, а идти некому вперед. Тут он из спецназ русский приезжал, тоже пизды получили. Понятно, а что там чечены? Да те они вон пизды получили, больше они никуда не ходят, сидят там на окраине города. Карелия простилась с нашими бойцами. Максим погиб на Украине. Похоронили командира разведывательной роты. Последний путь проводили ефрейтора Дениса Сафина. Ну это специально, блядь, я тебе скажу, 25 тысяч 900. Это, блядь, за 2 месяца. 9 тысяч пацанов умерло. Они как удобрения тут лежат, мам. Их не хотят забирать. Мама, забери меня отсюда. Мама, прошу, забери меня отсюда. Мама, пожалуйста, верни меня.